Всем привет! Сегодня мы будем вещи вырезать. Что мы? Ну давай попробуем. Вот это. Все вырежем, да? Угу. Вот куколка. Вот такие вещи, да? Первую сумочку вырежем. Опа! Расскажи пока, чем ты в садике сегодня занималась? Мне было плохо в садике. Почему? Потому что я потом там долго гуляла. Так, вот сумочка ваша. А как надо ее одевать? А как хотите, с какой юбочкой? Какую выберете юбочку? Такую? Да. Во что в садике сегодня играла? Я не знаю, Пузо играла, Пузо играла? А? Пузо играла? А? Какое Пузо играла? Играла с Пузой. Кто такой Пузо? Пузо. Что еще делала? Ничего, играла. А ты сама вырезать умеешь? Какие твои ножнички менее острые? Менее острые? Синие. Что ты не видела? Нету? Ну садись обратно. Найди сама. Хочу ножнички. Вот так вот. На, я тебе сейчас вырежу. Ты будешь пока юбочку куколки одевать. А я найду твои ножницы. Давай. Я хочу сейчас. На моими вырезай. Но они острые. Так вот. Хап, волосы и все. Нету волос. Лысик. Вот мы спать хотим, в садике не спали сегодня, потому что пришлось забрать это сна. Вот вырезали юбочку. А как одеть? Ну, пытайся. Давай все вырежем вещи. Давай. Ну, вырезай. Он глазки трёт. Давай, пробуй. Так? Попробуй правильно. Так? Ну, а как ты умела вырезать? Ты же говоришь, умеешь вырезать. Вас же в садике, наверное, учили? Учили вас? Или не учили? Учили. А как учили, если у тебя не получается? Ты прям даже ножницы неправильно держишь. Вот так. У тебя тут получается. Пальчики не строгани. Ну-ка, давай. Ну-ка, покажи, что она вырезала. Ну, почти получилось. Давай, отрезай. Получается? Да. Что получается? Бумажка отрезается. Получается. Yes! Я аккуратненькая. Я пальчик не обрезала. Молодец. Пробуй дальше. Зачем мозаику? А потом мозаику пособираем. Покажем, какая у нас мозаика есть, да? И потом ты скажешь, кому ты хочешь на день рождения. А кого ты хочешь на день рождения? Вот такая у нас мозаика красивая есть. Девочку-зайчика? Да, вот этого.
там эту розовую девочку она ходит, которая прям главная. Видишь, она у нас главная. Так. Я хочу главную. Вырезать будешь? Тебе нравится вырезать? А клеем любишь пользоваться? Да. Ну давай, пробуй, пробуй. Скажи, нужно всем деткам учиться, да? А то если все не научатся, потом как вырезать в школе? Давай, давай, давай. Ну что, получилось ли тебе помочь? Чуть-чуть. Ну вот. Вот как Милана вырезала у нас шортики. Ну, почти, только чуть-чуть обстригла контуры. Ну-ка, давайте посмотрим. Опа, вот так вот обстригла контуры. Даже шортики нужны. Шортики нужны? Да. Так, может, надо было футболочку, юбочка-то есть? Не хочешь? Опа. Ой, я тут что-то немножко. Так, почти готово. Ты песни что ли поешь? Нет, ты такого разговаривай. Покажи девочку-то свою. Вот такая девочка. Давай сейчас ее. Опа. Красивая девочка, да? Да. Она уже и руку как-то обстригла. Руку обстригла. А вторую куклу мамину, которая должна быть. Она вообще ее оторвала и порезала. Кстати, вот если что, одетую можно вырезать так вот, если надо, да? Дай-ка я вот это платье вырежу. Какое? На картонке. На картонке есть вот такое платье моего, чтобы оно жестконькое было, да? Мальчик, можешь вот эти вещи. А давай на картонке вот это вырежем. Оно же вообще, смотри, как классно будет. Дядюшка, Милана вырезала. Ну, Милана вырежет что-нибудь другое. У Миланы много ведь одежек еще. А это мы сейчас так прям как платье, вот такое жесткое, классное. Да? А тут какие есть? Ой, упала. Смотрите, какие штанишки есть. Что там за штанишки? Какие красивые, такие классные, да? Да, видите, какие хотела. Спасибо. Урежите мне такие штанишки, они сильно мне нравятся. Сильно нравится? Да. О, у нас комик Умиза показывала, да? Так, платье на картоночке сейчас вырежем. Ой, оно такое будет жесткое, такое классное. Покажи. Жесткое? Ну, оно такое. А ты что? Иди садись, сейчас будем вырезать еще что-нибудь, а ты будешь мерить платье. На, скорее. Ну, такое платье. Вот оно красивое. Я вырежу сами. Ты сама будешь вырезать? Давай, пробуем. Вот такие звездочки. Звездочки. Давай. Потому что вот эти бумажные, они такие прям бумажки-бумажки. Получается. Или тебе помочь сейчас? Помочь. Я. Так, дальше юбочки. Вот такие штанишки с звездочками. Модные, да? Да, давай их вырежем. Она их хочет? Хочет. А я вообще не слышу, что она их хочет. Коротенько вырезать. Сейчас вырезать. Ауч! Мама что-то дернула и оторвала по ходу дела, да? Штанишку. Штанишку.